из родителей не знает проблем с детьми? Они, проблемы, возникают вне зависимости от социального статуса и материального положения. А значит, решают их не деньги и связи, а доверительные отношения с самыми близкими людьми, которые, в свою очередь, необходимо выстроить. Этот мастер-класс по психологии из цикла «У вас ребенок» посвящен теме сложной и актуальной. Как разговаривать с детьми о таких темах, как деньги, секс и смерть? Мы взяли темы, которые происходят, но к ним обычно люди не готовы. Мы считаем это важным, чтобы поговорить на такие неудобные темы. Так или иначе, мы эти темы пытаемся выловить либо из соцсетей, да, сейчас мир интернета, либо из книжек, из разговоров. Но мы с этими вопросами очень редко приходим к родителям. Работа с психологом – это процесс двусторонний. Редко удается решить проблему, не копаясь в себе и не разбирая свое поведение. Наш курс направлен на то, чтобы родительство стало осознанным. Что мы в этой теме передаем от нас лично в ребенку? Что конкретно мы хотим ему рассказать? С каким багажом, таким именно экзистенциальным, выходит ребенок в жизнь? Не то, что он добрал где-то через что-то, а понять, что он взял из мира и как мы это можем трансформировать. Потому что нам кажется, что мы с этими вопросами приходим только к определенному возрасту. Абсолютно нет. Мы начинаем с самого рождения. Ребенок даже начинается с секса. Мы занимаемся сексом, чтобы ребенок получился или не получился. Да? И мы в этих темах находимся постоянно, поэтому говорить, если родитель говорит об этом, то это как раз-таки про возможность говорить и на другие темы, про установление контакта, про установление эмоциональных отношений. А это такая подложка, такая база для гармоничного развития личности. Поэтому это просто те темы, которые очень живые. Все наши скелеты мы достали из наших шкафов, и столько у нас домашних заданий, с которыми мы сейчас работать, справляться. Мы все, не ангелы, и мы допускаем ошибки, но для своих детей хочется эти ошибки решить и помочь им жить дальше лучше, красивее, счастливее. Пооткровенничала сама с собой. Конечно, возникло очень много вопросов, которые хочется задать, хочется поучаствовать в других темах, чтобы побольше распутать то, что есть из накопившегося. Я для себя вынесла прям несколько очень четких пунктов, которые я точно не хочу делать. Я буду стараться, да, все это реализовывать. Быть может, пока вопросов больше, чем ответов. Но гармоничные отношения за пару часов не выстраиваются. Нужно время. Кстати, тема следующего мастер-класса – психологическая травма. У обывателей есть масса заблуждений насчет этого явления. Если вы можете манипулировать, он соглашается с тем, что и мир в дальнейшем тоже может им манипулировать. Что, если других очагов уже нет? Это другой вопрос. Говорят, признать проблему – значит сделать первый шаг на пути ее решения. А найти в себе силы и обратиться к специалисту – это уже половина пути. Проблемы в отношениях были, есть и будут, но человек психологически зрелый способен их нивелировать, ну или как минимум не усугублять.